Сегодня у нас в гостях человек, который знает о лайках все. Встречайте, звезда лайки, Аленка Старби. Это Тыц-блиц. Мы будем задавать тебе короткие вопросы, отвечать можно не коротко. Готова? Да. Поехали. Как давно ты в сети? Почти 2 года. А сколько у тебя подписчиков? Более 13 миллионов лайки. Твое самое залайканное видео? Более 700 тысяч лайков и более 5 миллионов просмотров. А это что это было за видео? Это было комедийное видео. А какие там действия происходили? О чем оно? Когда только купили телефон, ты вот так. Когда прошла неделя, ты им как-то уже вот так пользуешься. Потом прошел месяц, так кидаешь типа его, и потом выкидываешь мусорку. Мам, купи мне новый телефон. Топ-3 лайкера прямо сейчас. Настенька Кош, Милана Некрасова и Лисичка Ирина. Ютуб, Инстаграм или лайк? Лайки на первом месте. Кино или книги? Кино. Я очень люблю разные смотреть фильмы, сериалы. Последний фильм я смотрела «Лед 2». Драконы или единороги? Единороги, я считаю, они более милые. Дай пить вино. А какой твой любимый фрукт? Я люблю очень много фруктов, например, яблоко, апельсин и киви, но, наверное, больше всего из этого я люблю киви. Какой у тебя любимый предмет в школе? Математика и литературу. Литературу. Математика и литературу. Да почему? Математика и литература. Математика и литература. Литературу я люблю слушать на уроке, а математику делать ДЗ. Я точно так же. А какие планы у тебя после школы? Стать актрисой, либо же популярным блогером. Оказавшись перед Кубокотом, о чем ты его спросишь? Хотел бы он иметь аккаунт в лайки. Интересно посмотреть. Можешь показать какой-нибудь топовый танец из лайка? Да. Классно! Большое спасибо за ответы. Было очень интересно и приятно. Поздравляю тебя с прошедшим праздником. Спасибо. Напоследок, пожелаю что-нибудь нашим зрителям. Ребята, желаю вам учиться на 1 пятерки и не ссориться с родителями.